Женька, привет! А я нашел для тебя прекрасную, интересную игрушку. Называется «Рыцари Бравиленда». И сегодня я в нее поиграю. Надеюсь, тебе понравится. Поехали посмотрим. Вот так она выглядит. И здесь много героев, которых можно выбрать. С мечом, с топором. Вот девушка с кинжалом, с дубинкой, копьем. Ну, да, начнем с мечом. Итак, поехали. Тын-тын-тын-тын. Это у нас есть меч, камни и рубашка какая-то. Это воин, самый сильный и веселый крестьянин в деревне. Таланты сила и харизма. Хорошо, побежали. Так, он может сражаться вот так. Так, поговорим. Думаю, скоро я придумаю испытание для лучших рыцарей. А вот тут есть тренировочный макет. Вот так, можно его дубасить. Хорошо, побежали. А, и вот первое задание. Барри Топор помешан на кулинарии. Его банда крадет все, что можно добавить в суп. Ого, вот какой злодей-бандит. Ну что, справимся с ним? Поехали. На старт. Внимание. Вперед. А это наша карта путешествий. Ага. Бандиты пытаются разграбить старую тренировочную площадку гильдии. Разгоните их. Ну что, готовы к бою? Шлемы одеты. Вперед! Так, атака. А вот и бандиты. Ну, держитесь. Получай. Еще. Отлично. Надо нанести сильную атаку. Вот так. Есть, готов. Когда держишь удар, он наносит снизу сильную атаку. Эть, можно убежать, можно вот так отпрыгнуть. Удар, удар и отпрыгнул. Отпрыгнул, удар, отпрыгнул, удар. Я улетел. Хорошо. Так, еще один бандитка. И есть. Готово. О, теперь уворачиваться надо. Понятно, когда что-то падает, можно увернуться. Вот так, отпрыгнуть. Или вперед. Хорошо, вперед или назад. Оп, подпрыгнул. Есть. У тебя есть особая экипировка, позволяющая атаковать на расстоянии. Уничтожь мишени, стреляй в них. Угу. У нас есть праща с камнями. Мешок с камнями. Угу. Сейчас попробуем. А ну. Есть. Вот так вот. Можно камнями раскидываться. И ну, собираем инструменты. И метательный нож. Угу. Ой, подожди, подожди. Это можно... Ага. Можно поменять меч на метательный нож. Вот так вот он будет бросаться. Ха, не, пожалуй, я останусь с мечом. Пожалуй, все-таки меч. Ну, побежали дальше. Победа. Разобрались с этими ребятами. Так, собрали. Инструменты помогают в испытании. Хорошо, побежали дальше. В тени деревьев вы встречаете прекрасную эльфийку. Я помогаю путникам с давних времен. Что ты желаешь? Так, здоровье, богатство, еды. Давайте, давайте, не знаю, еды давайте. Покушать надо по дороге. Эльфийка дает вам сумку с сытными эльфийскими лепешками. Так кто ж не лепешки, тут две куриные ножки. Ладно, побежали дальше. На вашем пути возникает бурный ручей. Надо быть осторожным во время переправы. Можно сколотить переправу за счет инструментов, которые у нас есть. Можно... Давай сделаем переправу. Так, потратили инструменты. Вы сколачиваете мостик из веток и перебираетесь на другую сторону.
О, ура, получилось! А вот и какой-то портал. Следы злодеев теряются у входа в портал. Вперед! В новые земли. Ну, поехали. Вы выходите из магического... Ух ты, что такое? На, и попробуй запомнить, где оно было, что. Ну, давай вот это. Благословение! О, восстановление энергии. Больше на 5 боев. Удача благоволит вам. Вы получаете благословение. Так а что про порталы? Так и не прочитали. Ну, побежали дальше. Целый курятник. Внезапно на дорогу выбегают взбесившиеся куры. Кто выпустил этих наружу? Ну, погнали. Разберемся с этими дикими курицами. А ну. На тебя. А, бьются, глянь. Ого, ничего себе! Они летят и сверху падают. Получай, курица. На тебе. На. Есть контакт. Ай! Ай-ай-ай-ай! Надо убегать от них. Слушай, не просто. Ай, долбят. Шлем не помогает. Да, надо приловчиться. Не просто. Вот так, получай, курица. Что тут еще у них, а? Все, порядок, справились. Жизни, монетки, посох друида. Ну давай посмотрим. Можно его... А, его можно взять вместо камней. О, это волшебный посох. Вот так вот. Ну хорошо, давай оставим посох друида. Победа. Побежали дальше. С курицами справились, я думаю, так и научимся бороться с бандитами. На поляне идет бойкая торговля. Так, продать провизию не надо продать. Устроить представление. О, так. На центральной площади вы начинаете петь старинную балладу. Тын-тын. Тын. Зрители аплодируют вам и щедро кидают монеты. Оу, заработали монеток. Хе-хе-хе. О, смотри, можно там повоевать, я так понимаю. Здесь какая-то скрытность. Давай пойдем на скрытность, посмотрим, что там. Староста кормит нас только тыквенной похлебкой. Эй, может поделитесь чем? Можно поделиться и давать поделимся едой. Не жадные. Ох, думали, помрем с голоду. Удачи тебе, путник. Сытые батраки отправляются во всеяси. Во свояси. Обошли стороной. У дороги вы встречаете небольшой магазинчик. Давай поторгуем, может что-то можно. О, что это такое? Это ледяная ловушка. Это кочерга. Это такой колпак повара. О! Еда. Палатка. А зачем палатка? Эликсир лечения. Ну ничего тут нам не надо. Колпак можно было бы взять, но я думаю, пока не стоит. Погнали дальше. Так, а ну, что же там интересного-то? Пойдем туда посмотрим. У дороги вы встречаете толпу злых копателей. Хорошая драка после обеда. Все, что им нужно. Идите сюда. Сейчас мы с вами справимся. А ну, посохом!
На, получай. Вот так, сильным ударом. Еще, отбросили, есть. Ну, смотри, с лопатами бегут. А ну, выстрел посоха. Ты, блин, не долетел посох. Отбросили, хорошо. А ну, давай этого. И этого подальше. Ой, они едят что-то. Они что-то едят и восстанавливают жизни. Вон, смотри, что-то поджевывают. А ну... Посох! Пдж, готов! Еще! Вот так! А, лопатой получил! Есть! Нате вам! Да что ж тут такое, эти кустарники? Ух ты, бандит выпрыгнул, глянь! Хотел сзади зайти, нетушки, на! Не дамся. На тебе. Все, победа. Ух ты, что это такое? Эликсир силы. А это шапка ученика. Шапка ученика. Хи-хи-хи. Тын-тын-тын. Есть шапка. Прикольно, вот она такая шапка. Итак, у меня есть... Меч, есть шапка, посох, который тоже магический, и рубаха. Не снимается ничего. Ничего не снимается, а это чары, это прилив сил. Ага, понял, хорошо. Ну, побежали. Победа! Так, что, бежим в магазин, надо, наверное, еды добрать. Торговец, магазинчик. Подойти к торговцу, давай еды возьмем. Так, берем еду. Взяли еду и побежали дальше. А что шапка повара? 60 бонус к выпадению еды. Итак, у нас здесь кто? Вы добрались до логова самого ненасытного бандита. Пора сразиться с ним лицом к лицу. Ну что, готовы? В атаку! Ого! Барри топор! Ну, Барри топор, а ну посохом тебя! Ого, летит! Чего себе! Летит, летит! А бочки не разбиваются. Ну, Барри топор... Тоже летишь, да? На тебе. О! А! Смотри, а он не падает от сильного удара. Ну, по крайней мере, можно увернуться от него. Вот так. А! Ай, блин, не увернулся. Посохом тебя. На! Бандиты! Ай-яй-яй-яй! Теперь их двое! И тоже бежит! Ничего себе! Так, хорошо. Ой, можно и вниз, и вверх прыгать. Интересно. Ну ладно, давай разберемся. Так, два раза надо отпрыгивать. Ага. Увернулся. Давай еще раз. Ай, блин, как больно! Вот это нелегкая взяла его. Так, ну еще пару выстрелов посохом. Есть! Да? Готов! Победа! Фу, вот это было непросто. Золото и полученная экипировка меняются на материалы. Хорошо. Открыт новый злодей. Black Hood. Отлично, вот нас наставник хвалит. Экипировку и монеты, добытые в приключении, мы обменяем на материалы для замка. Похоже, они строят замок.
Рад помочь. Так мы быстро возродим гильдию. Вы теряете всю экипировку и золото в конце приключения, но получаете материалы для улучшения гильдии. Вот так вот. Наконец, кто-то взялся разобраться с бандитами. Буду рад помочь вам. Это кузнец. Похож на кузнеца. Мы рады такому искусному кузнецу. Добро пожаловать. Из полученных материалов я подготовлю новую стартовую экипировку. Это облегчит охоту на бандитов. Улучшу экипировку и сразу на охоту за следующим бандитом, говорит наш герой. О, вот оно, можно улучшать экипировку. Есть материалы. Ага, а их зелье какое-то, сундук, бонусы, шанс получить инструменты. Доспех тяжелый, да? А это что? А это набор кузнеца. Так, ну я могу улучшить меч и могу улучшить арбалет. А это что такое? Количество наборов кузнеца 2. А этого не хватает. Ну давай улучшим меч. Причем можно и меч, и арбалет улучшить. Давай улучшим меч. А, его несколько раз можно улучшать. Вот оно что. И арбалет. Хопа. Вот. А, если и то улучшить, тогда открывается следующий уровень. Урон от эликсира. А это шанс получить инструменты из сундука. Вот оно что, интересно. Ну хорошо, готовы. А тут, я так понимаю, какой-то маг будет, а это варвар. Или воин. Не знаю, надо будет посмотреть. Вот и кузнец. Самодельный нож, старый арбалет. Это можно менять. Можно менять. Вот оно как. Интересно, интересно, хорошо. Так, а это нам пока недоступно. Ну и хорошо. Так, что там у нас? Значит, арбалет мы не поменяли, оставили пращу, да, и меч. Побежали. Итак, Black Hood отнимает золото у богатых и иногда даже у бедных. Злодей, короче, варюшка. Сейчас мы с ним справимся. Поехали. Новое приключение, новое путешествие. И да, крестьянина преследуют волки. К оружию, в атаку, защитим крестьянина. Вот он, где волки? Вон они. Вижу, иди сюда, получай. Один готов, второй. На, по морде. Ай, крестьянина бьют. Так, камнями его, волка. Есть, куда ты убежал? Ага, хорошо, я защитю тебя. Ой. Хорош, ой, еще один. На. Так, ну куда ж ты прям волка бежишь-то, крестьянин? В боксерских перчатках. О, порядок. Ну, смотри, прыгает, аж монетки высыпаются. Шоколайк показывает, молодец. Окей. Так, ну что, сундук, что нам выпало? Ого, что это за тесак такой? Кухонный тесак. Так и называется, тесак Барри. А, это того предыдущего босса, которого мы завалили. Ну, давай попробуем. Так, а ну, вот так, с тесаком. Моща. А здесь выбор. Ну, пройдемся, я думаю, туда и туда. Давай посмотрим, здесь сила. Из чащи леса к вам выходят бандиты. Их главарь обращается к вам. Ну, давай поговорим, сразу поговорим. Тут проход стоит денег, выворачивая карманы. Не, запугаем их. А ну получится запугать. Не получилось! Не получилось запугать. И что? Вы пытаетесь напугать бандитов, но лишь вызываете их смех. Да, они решили напасть на нас. Ну что, защищаемся? Новым тесаком их. Вот так вот. Вот так.
Опа, махает ему, ну ты вставай, что ты развалился-то? На тебе камешком. Вот так. Ой, а прыжок через вот это бревнышко не работает. Вот бандюки, получайте. Камешком. Отступаем. Камешком. Вот так, хорошо, порядок. Еще. Есть. Готов? Получай. Та-да-да-дан, та-дан, та-да-да-дан, та-дан. О, а тут у нас что-то новенькое. Кинжал охотника. Так, очень быстрая атака. Попробуем, а ну как тут? Как его поменять вот так? Ого! Вот так он. Так. Вот так. Ну давай попробуем с ним поиграться. Портал. Так подожди, портал. Там же еще вон куда-то туда можно сходить. Что здесь у нас? На дорогу выходят злые бандиты, основа бандиты. Похоже, с ними не договориться. С предыдущими можно было договориться, а с этими никак. Ну, идите сюда, бандиты, сейчас мы с вами... Ого! Получил? Получил удар по дыне? Еще. Ай! Вот так, вот так. Туф-туф-туф-туф-туф-туф-туф. А ну, с разбега давай на него. О-о-о-о! Еще раз с разбега. И-я! Вот так. Готов. Еще выпрыгнули. Да сколько вас будет? О, прикольно. Мне нравится. Он прям на лету вымахивает. Вот так. Мне нравится этот кинжальчик. Атака, с атакой вперед. Он прям наш воин вперед прыгает. Хорош рыцарь, справился с бандитами. Что это за курица такая? Эликсир забрали. Маска голубя. Бонус для метательного оружия. Будем лучше... О, курлык, курлык. Будем лучше камнями кидаться. Взлетим так, курлык-курлык, и будем сбрасывать камешки на противников. Так, следы злодеев теряются у входа в портал. Вперед, в новые земли. Так, выходим из магического портала. Угу. По-моему, вот это. Да, попал, благословение. При перемещении по карте вы получите 5% здоровья на 5 перемещений. Отлично. То есть можно выбрать зелененькую карту, и тогда все будет классно. Или красненькую, и тогда какой-то минус будет. Ну, а так получилось. Что это? Пещера с чистоколом. Колья какие-то. Внезапно дорожка под вами проваливается. Вы попадаете в подвал с ловушками. Надо выбираться. Надеюсь, там не будет злодеев. А, вон они, ловушки. Ясно. Ну, хорошо, тогда пойдем с поверху. И здесь ловушка. Ага. Перепрыгнули. Это можно разбить. Хорошо. Двери не открываются. А, ну тут надо пробежать по-любому. Есть. Ура! Да, это просто было. Это как раз плюнуть. А это что? Ой, здесь кто-то выступает. Покажите себя на нашем фестивале тыкв. Участие в соревновании всего 20 монет. Ой, прям аж тыквы захотелось. Так вкусно они рассказывают. Удивить зрителей песней. Ну, наш рыцарь умеет петь. Эй, не в этот раз. Не спел. В самый неподходящий момент вы срываете голос. Вас освистывают и выгоняют с фестиваля. Да блин. Не получилось, надо было заплатить монетки.
Похоже, это идеальное место для привала. Ну, давай отдохнем. Поспать и восстановить здоровье. Поспать и восстановить здоровье. Угу. Потратить две провизии и восстановить здоровье. Ну, здоровья у нас хватает, а вот поспать можно. Так, хорошо. Побежали дальше. Вы обнаружили древний склеп с роскошным старинным саркофагом в центре. Ой, там, похоже, какой-то король лежит. Откроем саркофаг. Ох ты, ё-моё. Да ладно. Ни разу не заметил, где оно там на успех. О-о-о! Попал! Вы забаррикадировали пару дверей и направились к саркофагу. Открыв крышку, вы пробудили несколько скелетов к оружию. Просто сумасшествие. Из четырех карт надо было одну выбрать, и я ее попал. Окей, поехали, скелеты, идите сюда. Где вы тут? Ага, получай, скелетище. Вот так тебе. Ого, 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 бегуны какие. Ой, этот стреляется. Получай. Слушай, стреляются еще. Все, победи. Нет, еще скелеты. Есть, одолели. Что ты показываешь? А ты что пока? А? Над показываешь, куда бежать будешь? Да-да, мой герой здесь. С рыцарями вам не справиться. Вот так вот, троих сразу. Вот это хорошо. Победа. О, жарко в этом шлеме. А тут еда. Еда и что это? Зажигательный коктейль. Ого. Он сильный, конечно. Берем. Вместо камней будем бросаться за зажигательным коктейлем. Давай попробуем. Ого! Вот это дела. Ну пусть будет, посмотрим, как он там будет себя вести. Так, магазин. У дороги вы встречаете небольшой магазинчик. Давай посмотрим. Есть ловушка, железный капкан, топор лесоруба. Не думаю, что топор лесоруба. У меня этот кинжал зелененький почему-то. Кинжал охотника. Вообще классный кинжал охотника. Мне нравится. Шлем голубя. Зажигательный коктейль. Молотова, наверное. И легкий доспех. Доспех надо бы где-то менять, а доспеха нигде нет. А вот он. Смотри, жилет следопыта. И можно его купить. Скорость передвижения, бонус к арбалету. Давай купим жилет следопыта. Опа, поменяли на рубашку. Побежали. Ну что, главарь? В глухом лесу никто не услышит твой крик. Подходи же ближе. В атаку! А у него волчья шапка. Black Hood. Арбалетный выстрел. На тебе зажигательную смесь. А, волки. Волки побежали. Так, ну пока я бегаю, все нормально. То есть, ага, он еще и прыгать научился. Ого, ай, 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 ого. Он уворачивается. Идите сюда, волчары. Ай, ай, ай. Ну больно прям вообще. Четыре выстрела делает. Пять волки бегут. Так, прыгает. Четыре выстрела. Ай, 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 промазал. Промазал.
На тебе зажигательную смесь. О, огонь ему наносит урон. Вот так, на тебе, на. Убежал. Да, посылай своих волчар. Мы их одолеем. Вот так. Еще. Победа за нами. Блэк Худ поборен. Это было немножко легче, наверное. Открыт новый злодей. Капитан Фром. Не ожидал, что тебе удастся справиться со вторым злодеем. Та. Мы-то уже опытные. Теперь нужно сразиться с главарем бандитов в этих мест. Капитаном Фромом. Хорошо, немного передохну и отправлюсь в путь. Гвардеец какой-то. А я пока вздремну. Солдат спит, служба идет. Так, нам бы вот эту штучку улучшить, да? Шанс получить инструменты из сундуков. Конечно, давайте, пусть будет. Хорошо. Получили. Пам-пам-пам-пам. Вот так вот улучшили. А, вот экипировка теперь другая. Там кочерга какая-то и старый арбалет. А у меня зажигательный... А, нет, тут зажигательной смеси. Мы же продали все. Ну, пусть будет тогда кочерга и арбалет. А ну, как стреляет арбалет? Вот так. Чу. Неплохо. Арбалет тоже хорошо. Ну что, с третьим бандитом справимся в следующий раз. Жек, если тебе понравилось, ты знаешь, куда жать шиколайк. И увидимся. До скорых встреч. Пока-пока, будь здоров. Занимайся. Приседай. Отжимайся. И хорошо кушай. Увидимся.